южноуральские театры могут получить финансовую поддержку. Материальную помощь окажут по федеральной программе. На деньги бюджета претендуют 3 южноуральских театра. Златоустовский драматический театр «Омнибус», Озерский театр драмы и комедии «Наш дом» и Озерский театр кукол «Золотой петушок». Изначально в заявку также входил Верхний Уфалейский театр «Вымысел», но из-за того, что театр совмещен с кино, он выбыл. И теперь, чтобы рассчитывать на финансирование в следующем году, «Вымысел» будут оформлять как отдельный театр. Здесь уже знают, на что потратят деньги. Мы бы могли бы позволить пригласить режиссера, могли бы купить хорошую пьесу у автора, которая бы могла бы позволить по-новому открыться и нашим актерам, и в творческом плане шагнуть, наверное, на шага 2, 3 или 4 вверх. Общий объем федеральных средств на поддержку театров в малых городах в этом году составляет 670 миллионов рублей.